Всем привет! В этом видео покажу разбор песни группы «Черный обелиск» «Я просто жил» или «Седьмая песня». Оригинальная тональность песни Е-ми-минор. Разберем с вами вступление, куплет, припев. Покажу вам бой, который здесь используется. Остановимся на аккордах, которые здесь используются, и подробнее на переходах между ними. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, так как чем больше активности вокруг моих видео, тем больше мотивации записывать новые ролики. Итак, поехали. ЕМ7, баре от седьмого лада, по сути такой же аккорд, вот. Первый палец бара седьмой лад, второй палец, вторая струна восьмой лад, третий палец, девятая струна, четвертая струна девятый лад. Не отпускаем. Это что-то наподобие ЕМ СУС 2. Такой как бы затакт, приотпускаем пальцы на аккорде и два раза вниз. Далее ставим аккорд С-Эд-9. Первый палец, четвертая струна, второй лад. Второй палец, пятая струна, третий лад. Третий палец, вторая струна, третий лад. И мизинец, первая струна, третий лад. Повторяется. Медленно. Играем так же, и эту конструкцию переносим еще на два лада вправо. Играем по верхним струнам и погнали уже куплет. Я просто жил и был доволен собой. Опять же, так же, как в вступлении. Подружек многих имена забывал. Аккорд Д. Причем третий палец у нас остался на своем месте. Первый ушел на струну вниз, а третий под него на первую струну. Мизинец убрали. И еще у нас есть тут D сус 4. Мы поставляем мизинец на, при той же конструкции, что есть, на первую струну третий лад. Это уже в припеве, то есть. Легко встречал. Это у нас C диез. СУС-2, ТДСМ. ТДСМ СУС-2. По сути, это как у нас ТДСМ, только без второго пальца. Дальше мы уходим также на HM СУС-2. Потом слайдом съезжаем опять же на CDS M SUS 2. Потом уходим на DM SUS 2. Возвращаемся назад CDS. И опять на HM SUS 2. Далее вторая часть куплета точно так же повторяется. Переходим к припеву. Е. Первый палец, третья струна, первый лад. Пальцы 2, 3, струны 5, 4, второй лад. Тебя найти на D. Вот здесь D сус 4. Е. В таком краю, в такой дали C. Значит, С получается первый палец на струну вниз, второй палец на струну вниз. И
Третий палец на пятую струну ушел. Смотрите, вот. Опять на Д. Е. Я за тобой всегда готов идти. Готов всегда идти на край земли Д. За край. Приблизительно вот так вот играется бой. Здесь есть и фишки, но есть основной рисунок. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз и вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вверх, вниз, вниз. Сделаем таким образом. Получается вниз, вниз, вверх, вниз, вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз. Это у нас будет одна фраза. Между ними связка, либо просто пауза, удари, либо еще раз бас вниз. Вот такой разбор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем пока!